Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами в студії Олександра Філь. Сьогодні на прес-конференції ми дізнаємося, що таке театр одного спектаклю. Розкажуть нам про це наші сьогоднішні спікери, тренерка з акторської майстерності та мови Інна Коновалова та режисерка, актриса і тренерка з акторської майстерності Ольга Гуляєва. Вітаємо вас в нашому прес-центрі. Доброго дня! Розкажіть нам, будь ласка, про свій театр. Чим театр одного спектаклю відрізняється від звичайних? Ну, сначала я скажу, что у нас не только театр есть, вот эта группа, которая называется «Театр одного спектакля», у нас есть, ну, можно сказать, курсы театральные, это театральная студия, где есть детские группы, взрослые группы, группы речевые, мы занимаемся риторикой, группа называется «Курс актерской речевой импровизации», и есть вот эта вот интересная группа, которую мы назвали «Театр одного спектакля». Так получилось, что год назад у нас собралась группа, знаете, как вот из разных групп собрались люди, и мы решили поставить спектакль. И за месяц мы поставили достаточно известную перепевку, да, которая «Ирония судьбы» или «С легким паром». Спектакль шел, по-моему, 36 минут, и фактически это были люди, которые прозанимались у нас месяц, и мы с ними месяц еще работали над спектаклем, и у нас он, ну, достаточно неплохо получился, на наш взгляд и на взгляд зрителей. Мы поняли, что в процессе мы использовали с Олей не совсем стандартные методы репетирования. Я бизнес-тренер, Оля тоже режиссер и тренер с большим опытом, и мы придумывали какие-то ходы, какие-то психологические еще упражнения, трюки и способы, чтобы помочь ребятам быстрее роль понять, потому что даже какая-то роль может не нравиться человеку, и он не хочет, он согласился ее играть, да, но ему не очень хочется, он не понимает, он осуждает героя. У нас был замечательный мужчина, которому не очень нравился Женя Лукашин. И, собственно говоря, трудно, ну, вработать вообще роль, когда тебе она не очень нравится. И мы использовали вот много интересных способов, и спектакль получился, поэтому мы расцениваем это не только как актерскую работу режиссерскую, а как еще работу тренеров личностного роста, скажем так. И действительно, ребята подросли очень, и получилось так, что эта группа, она проработала весь карантин, проработала все лето, и одно из направлений этой группы, а у нее их два направления, это театр одного спектакля. А параллельно у этой группы есть очень интересное направление, которое связано с... Да, которое второе направление – это комедийно-импровизационное. А почему, с одной стороны, импровизационное? Потому что, как уже сказала Инна, для того, чтобы за один месяц выйти на сцену, быть уверенным в себе и быть уверенным в своем образе, то просто без импровизации никуда. И на наших занятиях много театральной импровизации, много взаимодействия друг с другом, потому что сцена, особенно если ты не один, то, ну, даже если ты все равно никогда не остаешься один, потому что на сцене есть зрители, то есть это взаимодействие с партнером. Вот. Это вот одно направление импровизации, а второе – это комедия. Потому что, особенно, как нам кажется, последнее время, последние года два-три, может быть, мы стали больше интересоваться комедийным направлением, ну, нам так кажется, что действительно стало больше юмора, и он стал более необходимым. И поэтому наш театр также выполняет задачу помогать. Комедийная такая психология, вернее, неправильно, не комедийная психология, как это? Терапия юмором, вот, терапия юмором, терапия смехом. Знаете, занятия в группе в этой, а мы занимались онлайн во время карантина, они нам очень хорошо помогли вообще комфортно пережить карантин, потому что, ну, мы выходили в Zoom, и все наши участники тоже, и какое бы ни было у нас состояние и настроение перед занятием,
то в самом занятии, после занятия все чувствовали себя очень хорошо, не хотели заканчивать занятия. Мы понимали, что ну, есть какой-то подъем эмоциональный, улучшение настроения и так далее. И сейчас даже люди приходят, ну, собственно говоря, у нас давно это, когда люди приходят и говорят, что мы не поняли, как пролетели 3 часа занятий, а если мы еще занимаемся юмором и комедией, то даже те, кто пришел ну, с каким-то, может быть, упадком сил и плохим настроением, он уже выходит с хорошим настроением, несмотря на то, что мы занимаемся вечером с 7 вечера до 10 вечера. Это рабочий день, и там выходной мы занимаемся, да. Поэтому это вот такое вот интересное, действительно юмористическое, терапевтическое направление. Кроме того, в последний год, я бы сказала, мы во всех группах обращаем внимание на говорение от себя. Если раньше мы больше занимались, ну, там, где театрально-психологические у нас группы. А почему театральные, почему психологические? Потому что, почему не наоборот? Потому что люди к нам приходят с разными целями. Кто-то приходит, чтобы выступать на сцене. Это, наверное, ну, так, одна из явных каких-то задач для людей. Кто-то хочет поступать в какие-то колледжи или университеты, им нужна подготовка, или им просто нужно понять, вообще стоит ли тратить на это время. Ну и, кстати, много ребят после наших курсов поступают в театральные заведения различные, и во всех, в общем-то, аматорских театрах города нашего есть наши бывшие студенты, наши уже друзья, и наши ребята есть в театре «Верим» уже как работающие профессиональные актеры. А кто, то есть это часть такая, вот люди приходят, чтобы играть на сцене. А остальные же люди, ну, Днепр культурный и театральный город, но не настолько, как, например, там Харьков или Киев. И большое количество людей приходит для того, чтобы стать свободнее, стать раскованнее, научиться как-то красивее, ярче говорить, держать аудиторию себя и так далее. Себя проявлять, смелее показывать себя такой, какой я есть, потому что вот ребята говорят, иногда мне хочется на каком-то корпоративе, например, что-то рассказать, что-то тоже так же, как и выступающие, выйти на сцену, возможно, стихотворение рассказать. Вот. Но не хватает смелости, не хватает уверенности, или же в компании просто рассказать анекдот. То с этой целью в том числе приходят для прокачки смелости, силы, вот такой уверенности в своих талантах. Иногда к нам приходят люди, у которых вот в обычной жизни мало друзей или нет друзей совсем. И тогда они обретают друзей, потому что у нас ну, методика нашего преподавания, я даже не скажу, это не преподавание, у нас тренеры, методика наших занятий, она заключается в принятии и создании комфорта. Для того, чтобы человек раскрылся, ему нужно создать комфортные условия. Мы, конечно же, даем обратную связь, мы, конечно же, учим ребят и помогаем учиться, то есть мы не просто целуем их и говорим, ой, большие молодцы, то есть что они делают хорошо, что-то они делают, может быть, не очень хорошо, они растут, меняются, но действительно, вот мы создаем, главное, это мы создаем комфортную атмосферу. И вот много лет мы уже, а мы уже 15 лет работаем в городе, в стране, и много лет мы больше уделяли внимание именно прочтению текстов, написанных кем-то, то есть когда люди делают спектакль или какие-то этюды или монологи или стихи, это все-таки чьи-то тексты, чьи-то слова. И мы стали замечать, ну, во-первых, мир меняется, да, и говорению от первого лица стало уделяться большое внимание, и мы стали замечать, что ребята, которые прекрасно играют на сцене по чьим-то текстам, они сами от себя, бывает такое, что ну, не могут красиво сказать, они недовольны своими выступлениями. Мы сейчас стали уделять больше внимания именно говорению от себя, то есть импровизации, то, о чем говорила Оля. И даже вот сейчас театральная группа классическая у нас выпустилась, ну, театрально-психологическая, и ребята читали написанные собой монологи. То есть они сами писали монологи, некоторые монологи были в стихах. И это такой вот следующий шаг, ну, потому что все меняется, развивается, и наша компания развивается тоже.
Скажіть, будь ласка, от для мене трошечки незрозуміло, от що таке саме театр одного спектаклю? Тобто це значить, що от прийшла група, пройшла курс і вони поставили от один спектакль, чи от що це означає? Угу. Ми робимо один, група працює стандартно, пролонгирован, то есть группа работает долго. Вот сейчас группа пойдет на второй год уже. Сколько за часом? А? Сколько за часом долго? Второй год. То есть у них нет ограничений? У них нет. Если у нас курсы сейчас, например, 3-4 месяца, один месяц, то, например, детская группа у нас пролонгирована, они просто занимаются целый год и периодически делают спектакли. Эта группа тоже просто занимается, они просто хотят ходить заниматься. И мы делаем один спектакль, один раз его показываем и больше не показываем, поэтому одного спектакля. И еще у нас есть интересное мероприятие, которое связано вот со стороной юмора. Мы назвали его «Щекоткой», и мы только начали его продвигать. И вот на показе у нас был, буквально позавчера был отчетный показ, и мы на показе тоже немножечко щекотали наших зрителей. Это, ну, такое вот, это про свободу говорения, это про быстроту ума, это про быстроту реакции, когда к нам приходят люди в гости к нам, и наши актеры, и мы с Олей создаем им такие ситуации, в которых им нужно было бы делать какие-то упражнения непривычные, какие-то импровизационные, отвечать на какие-то интересные вопросы, отвечать с юмором, и вопросы у нас с юмором, и задания с юмором, и, ну, собственно говоря, вот, вот так вот мы щекочем быстроту реакции и интеллект наших гостей. Да, то есть ребята могут, те, кто хочет себя пощекотать, те, кто хочет проверить свою остроту, смекалку, скорость реакции, они могут к нам прийти на щекотку и проверить, насколько они смекалисты. Бывает так, что к нам приходят на щекотку, а потом остаются либо в этой группе, либо в других группах. Но для того, чтобы остаться в театре, нужно обладать какими-то знаниями, навыками. Мы тестируем, проводим, ну, небольшой такой кастинг, и потом советуем уже ребятам, где им лучше будет на данный момент учиться. На самому початку ви сказали, що група, яка прийшла до вас займатися, вони пройшли навчання протягом місяця і вже поставили спектакль. Чи реально це за місяць стати актором? Ну, если мы, опять же, что такое стать актером, да, какие критерии для того, чтобы. Я очень люблю все наши показы, очень люблю наши спектакли. Когда-то много лет назад наши ребята сказали, если Инна плачет на нашем спектакле, значит, спектакль хороший. И я, знаете, что заметила? Когда люди, ну, то, что называется аматоры, да, то, что непрофессионалы, искренне горят своей работой, искренне хотят выступать на сцене, занимаются, работают над собой, работают над ролью, они очень искренне потом на сцене. И я могу их называть актерами. Другой вопрос, если мы считаем актером человека, который может выдерживать 10 часов съемки или каждодневные вечерние спектакли. Или же, например, повторять спектакли по 100 раз один и тот же спектакль. Да. Это очень сложно. Это только суперпрофессионалы могут, которые там годами уже работали, потому что это аматорам это сложно делать. У них просто, ну, нет выработанных, ну, образ жизни у них совершенно другой. И цели тоже другие. Да, и цели другие. И учитывая вот, вот эти все условия, то я скажу, что можно стать актером. И спектакль, который вкусный, интересный, и на котором я буду плакать, или сидеть вот так вот, как-то впечатлившись очень, поставить можно. Ребята были из разных групп, и они прошли, кто-то прошел курс актерско-речевой импровизации, кто-то прошел курс театрально-психологический, и это вот примерно месяц-два, и потом мы с ними месяц работали над уже спектаклем. Ви сказали, що ваші спектаклі – це така терапія гумору. І дуже акцентували увагу на тому, що це терапія для учасників, акторів. І от в мене питання, це більше терапія для акторів чи для глядачів, які приходять подивитися ці спектаклі? Ну, в спектаклях у нас не завжди чиста комедія,
То есть там есть и драма, вот все помнят «С легким паром», то есть там есть и драма, и комедия. Поэтому спектакли у нас бывают разные. Это в том числе и для зрителя, и для участников. А вот «Щекотка», вот эти наши проекты, где мы приглашаем людей, вот здесь, наверное, вот смехотерапия в чистом таком проявлении, потому что и непосредственно принимают участие и актеры, наши студенты, и уже гости приглашенные. Я добавлю немножечко по поводу терапии. Это, опять же, по каким критериям мерить эту терапию. Если человек работает над ролью, и он, ну, например, не принимает какое-то качество в своем герое, и потом в процессе работы он принимает это качество и принимает своего героя, произошла ли терапия, понял ли он что-то о людях, стал ли он принимать это, может быть, в жизни у других людей? Я считаю, что да. Когда он влюбился в свою роль, а иначе ее хорошо сделать невозможно, а у нас есть способы, как я уже сказала, помочь влюбиться, ну, потому что сказать «влюбить» будет как-то жестковато, а когда он влюбился в свою роль, он сыграет ее честно, искренне. И те люди, которые это увидят, они тоже что-то прочувствуют. Знаете, я помню один раз, я шла со спектакля, это был другой город, и это был очень известный актер, и этот актер уже был в очень таком серьезном возрасте. Я вышла из театра и просто молча шла. Близкий человек, который рядом со мной шел, спрашивает, понравилось ли тебе? И когда он ко мне наклонился, он увидел, что я плачу. Он думал, что мне так понравился спектакль, что я плачу над какой-то историей. Честно говоря, там вот история внутри, но она не так меня тронула. Но энергетика актера и вот этот вот какой-то резонанс, они со мной что-то такое произвели, и я думаю, что вот этот катарсис, вот эти слезы, это тоже терапия. То есть когда человек искренне делает свое дело, искренне, ну, наверное, не побоюсь этого слова, талантливо, да, потому что если они к нам приходят, все, кто к нам приходят, они все-таки хотят вийти, щось показати. Дуже важливе питання. Як дніпрянину, в якого виникло бажання приєднатися до вашого театру, потрапити до вас? У нас на следующей неделе, в понедельник, по-моему, это 5 октября, на 19:00 будет как раз проходить занятие «Щекотка», на которое можно прийти по адресу Шевченко, 37, 7 этаж. Вот. Правое крыло. Правое крыло, да. И после «Щекотки» вам уже станет понятно, это то, что вам подходит, то, что вам нужно, или же, возможно, еще есть смысл пойти потренироваться в театрально-психологическую группу, потому что там чуть-чуть занятия будут полегче. Ну и кроме того, завтра во сколько, в 18, да, у нас вводное занятие, открытое вводное занятие на курс актерской речевой импровизации. Там в 19, он, в 19, спасибо. Там мы больше уделяем внимание говорению. Там, ну, это тоже такой авторский курс, учитывая то, что у меня есть определенные навыки, которые я получила от разных мастеров. Мы там достаем свой собственный голос, потому что, ну, процентов 90, особенно женского населения, говорит зажатыми голосами, и потом женское население удивляется, почему их никто не слышит, почему влияние они не оказывают и так далее. Мы достаем свой собственный голос, мы работаем с этим голосом, мы вытаскиваем и достаем свои собственные интонации. Я отрицательно отношусь к тому, чтобы мы отрицательно относимся к тому, чтобы взрослым людям указывать прямо все время, какие интонации нужно показывать, да, почему? Потому что у взрослых всегда есть, ну, есть полная база всех интонаций. Деткам, у которых нет опыта еще какого-то переживания каких-то эмоций, да, можно подсказать, показать, и детки часто прям снимают, вот прям один в один снимают интонации. У взрослых мы достаем интонации, потому что часто так бывает, человек выходит, читает стихотворение, а потом говорит, почему так? Когда я в своей голове его читал, оно звучало лучше. То есть он-то знает, какие нужны интонации. А
выложить их не получается. Вот мы помогаем, очень много упражнений, и те, которые, ну вот мы из нашего обучения, я училась тоже в разных учебных заведениях, и сама придумываю, учитывая мой медицинский опыт. И иногда это физические упражнения, как, глядя на которые, вообще не скажешь, что это для голоса упражнения. Вытаскиваем голос, интонации, находим их, и дальше работаем в определенных техниках со стихами и прозой. Плюс добавляем туда импровизации тоже, и ну, там очень интересные техники, очень интересные упражнения, и выводим на показ людей в импровизации. Что такое импровизация? Ну, это когда наши актеры, опять же, из театра одного спектакля, создают студентам курса актерской речевой импровизации такие ситуации, задают им такие вопросы, фактически их щекочут. И им нужно реагировать, отвечать. Это все происходит прямо на сцене. И это очень интересный опыт, и люди очень сильно растут после этого опыта. И они вот на сцене импровизируют, а плюс говорят как там свой монолог, который они подготовили. Добре, дякуємо вам, що завітали до нашого прес-центру. Дякую. З вами був прес-центр телеканалу «Відкритий» Олександра Філь. Говорили про театр одного спектаклю. До нових зустрічей! Не перемикайтесь!